Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Тема сегодняшнего видео – нужна ли обрезка или прищипка клематиса в первый год жизни. Заказывала свои растюшки 2 раза в интернет-магазине. Первые 2 клематиса пришли мне, я их прищипывала. Прищипывала, потому что был очень коротенький побег и прищипнула на стадии очень низко. Вот здесь даже получается немножко... Ну, не знаю, видно, я думаю, видно. На стадии почки нижней пошли 3 росточка. Вот они, 3 побега. Даже 4. Так как из... Вот, смотрите. Вот она, прищипка. Вот она, в центре идет. Вот ствол прищипнут. Пошли 2 побега от него. Это после прищипки. И здесь пошли еще 2 побега. То есть, получается, пошло 4 побега после прищипки растения. В данный момент они находятся, до сих пор мне вот так под бутылочкой надо делать опору и их подвязывать. Но позже, после того, как мне понравилась и корневая система, понравился и росточек живой был, я его прищипнула, и он хорошо пошел. Сейчас покажу вам второе растение. Я тоже заказывала там же, и поэтому позже заказала сразу 7. И сейчас покажу и эти 7 растений после прищипки, как они развиваются и что дает прищипка. Сейчас покажу второе вам растение. Завтрашнего дня обещают нам погоду, но посмотрим, какая будет погода. Вот тоже после прищипки пошло 2 побега. Внизу была прищипка сделана. Вот здесь. И пошли 2 росточка. Тоже уже нужно подвязывать. Хорошо сформировались. И сейчас вам покажу последним, которым 1,5 недельки где-то, растюшкам моим последним, как они развиваются. В первый год вегетации, конечно, независимо от группы, для всех клематисов у меня все равно идет сильная обрезка. Вот сейчас открою бутылочки. Некоторых несколько растений вам покажу. Вот, смотрите, что дает. Сразу из пазух листьев пошли новые побеги. Первая пара, вторая пара. То есть, вот смотрите, междуузье идет. 1, 2, 3. 3 междуузья. Если побег длинный, то я его обязательно прищипываю. Если побег короткий, то и покороче даже прищипываю 2 междуузья. Но здесь 3 междуузья и будет 6 побегов. То есть из каждой пазухи листьев вот здесь 2, вот 2 и вот 2. То есть 6 побегов будет на одном растении. И здесь, посмотрите, вот была прищипка, она хотя была сделана пониже. Но здесь пошли 2 растения. И здесь прищипка 2. Вот здесь просыпаются почки. Здесь должны быть спящие почки проснуться. То есть я, независимо от того, какая группа у клематисов, я все равно делаю обрезку во время посадки. Кто, конечно, применяет это осенью, когда растение в течение первого сезона успеет развиться, я это делаю во время, когда посадила, и я сразу прищипнула. У меня в растении все были заказаны. Пришли некоторые с длинными побегами. Даже жалко вроде бы как на внешний вид их и стричь, и убирать, но я все же убираю. Я все равно прищипнула. Вот такая обрезка, она стимулирует рост новых побегов из спящих при корневых почках и почках из пазух листьев. Если растение с длинными побегами, желательно оставлять 3 междуузья, то есть получается 3 пары листьев, и делать прищипку. И через неделю можно будет видеть уже, как почки из пазух листьев показали свое развитие. Давайте покажу сейчас вам и другие растения клематисов. Открытая корневая система. Не бойтесь заказывать с открытой корневой системой, даже если пришли росточки с одним, с одной парой листьев, с 2, совсем маленькие, 1 сантиметр. Но они проснутся, почки эти. Посмотрите, вот была прищипка сделана. Пошли просыпаться из пазух листьев. Вот они, новые почки. Здесь тоже прищипка, но здесь совсем вот, совсем малюсенькие, маленькие. Ну, то есть, растения хорошо развивается, и не буду открывать, но, наверное,
Может быть, я открою, посмотрите, какая зеленушечка уже хорошая. Но здесь как-то еще спят. Но они вот только-только появляются. Вот. Так что, друзья, можно прищипывать, конечно, осенью, но тогда летом будет идти один всего побег, он будет развиваться, хуже будет. Вот мне больше нравится, когда растение, прищипка сделана сразу при посадке. И они накрыты бутылкой до тех пор, пока уже растение хорошо разрастется и будет выглядывать уже из бутылки. Тогда я делаю сразу опору, даже малюсенькие, вот смотрите. Вот малюсенькую я сразу тоже прищипнула. Вот они, два росточка, вот прищипнуто. И пошли побеги. И вот здесь из пазух листьев. То есть так будет лучше развитие. Так сразу будет развитие в несколько побегов. Так что, друзья, сделала вам обзор своих клематисов, развитие которых влияет прищипка. Тем самым мы лучше делаем кущение в несколько сразу побегов. Сейчас вам покажу взрослые даже растения, которые уже получаются у меня на второй год клематисом. И нечаянно у меня получилось... Они поломались. Вот поломано. И вот поломан. И посмотрите, что дала обрезка. Посмотрите, сразу пошли, какие крупные побеги из пазух листьев. Сейчас уберу листочек. Вот они. Вот они. Вот побеги. Вот просыпаются. То есть прищипка дает даже и взрослому растению пробудить спящие почки в пазух листьев или в прикорневой зоне. Так что, друзья, прищипывайте, будет ваше растение лучше, будет растение гуще, и тем самым в дальнейшем радовать нам более обильным цветением. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. С вас класс, подписка, колокольчик. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Аленушка.